Привет, друзья! Вы на канале Русская Дымка. Сегодня хочу посвятить короткий ролик вот этому вот симпатичному устройству, которое называется попугай. Сейчас покажу и расскажу, как и для чего я его применяю. Итак, друзья, вы видите, что у меня идет в процессе перегон, и я хочу сказать несколько коротких фраз про нужное и полезное устройство самогонщика, которое называется попугай. Мы можем по-разному контролировать процесс второй дробной перегонки, например, по температуре в колонне. А есть способ контроля второй дробной перегонки по крепости в струе на выходе нашего аппарата. При этом можно брать вот такой вот цилиндр, набирать его, измерять крепость, оценивать результат и двигаться дальше. Но это утомительно и неудобно. Поэтому было придумано такое вот симпатичное устройство, которое называется попугай, основанное на принципе сообщающихся сосудов. Как видите, выход продукта у меня соединен с верхней приемной воронкой. Продукт заполняет наши сообщающиеся сосуды, переливается через край и уходит вниз. При этом, если мы возьмем ареометр и погрузим его в нижний стакан, он сразу покажет нам крепость продукта, который у нас идет на выходе. Вот сейчас у меня на выходе около 90 градусов. Но более того, по мере изменения крепости продукта на выходе, ареометр будет изменять свои показания. И поэтому, подойдя и бросив взгляд, мы сразу увидим, на какой стадии находится у нас процесс. Это очень удобно, позволяет быть свободным, освободить свои руки и не сидеть постоянно около аппарата, проверяя крепость на выходе. Увидели заданную крепость, при которой мы хотим закончить отбор и начать отбирать хвосты, поменяли приемные емкости. Просто, удобно, легко и недорого. Мои рекомендации –